С одной стороны, компании стремятся сократить свои убытки, с другой, отправляя в Росгосстрах, сами же создают условия для появления монополиста. Ведь в скором времени у страхователей вообще не останется выбора, куда обратиться. Как показывает практика, среднестатистический водитель попадает в мелкие ДТП раз в 3 года. Что делать, если в договоре ОСАГО отказывают, нам популярно объяснил автоюрист Максим Назаренко. Компании пытаются сократить убыточность своего бизнеса, это незаконно. То есть эти все моменты регулируют федеральный закон номер 40 об ОСАГО. По этим случаям можно обращаться в федеральную антимонопольную службу. Очень часто люди звонят, спрашивают, то, что страховые компании отказывают страховать. В страховых компаниях якобы есть какие-то свои критерии отбора клиентов, там навязывают дополнительные услуги. С этим сталкиваемся, но практически каждый день люди звонят и спрашивают, что с этим делать. Бороться с этим можно только через федеральную антимонопольную службу. Если автомобилистам отказывают в страховке из-за уже случившихся аварий, то мотоциклистов не страхуют и вовсе без видимой причины. Хотя их с каждым годом становится все больше. Только в 2014 в Ростовской области категорию А получили 1200 человек. Многие из них столкнулись с тем, что сделать автогражданку – настоящая проблема, рассказал нам Михаил Сенсей Ингерлейп. Большая проблема, которую сейчас отходят, это то, что очень сложно в городе получить страховку ОСАГО на мотоцикл. Практически все страховые компании отказываются страховать даже дополнительными услугами. Тарифы подорожали на 30%, но реально оно подорожало чуть ли не вдвое. Страховка для мотоциклистов в формате «все включено» экономит время, но может стоить до 5000 рублей. В эту сумму входит талон техосмотра от 900 до 1500 рублей, полис ОСАГО с учетом коэффициентов за стаж, аварийность и прописку, а также дополнительное страхование жизни или, например, имущества. Не все готовы расстаться с такой суммой. Ростовчанка Алиса двухколесная Баранникова задумалась, не выгоднее ли ездить вообще без страховки. По шоссе 12-37 КУА, по краю отсутствие страховки 500 рублей. Здесь все выставит на эксплуатацию. Но в течение суток можно на этом транспорте ехать в место устранения. Скажу честно, страховку я в этом году все-таки купил. Но что же задумала? Сколько тех, кто страховку решил не покупать, и что если такой не страховой едет у меня, так быстро он будет приезжать в место происшествия, чтобы не выплатить ей компенсацию своего кармана. Радио Ростова всегда выступает за соблюдение закона, поэтому наша патрульная Ксения Золотарева страховала железного коня по всем правилам, начиная с посещения станции техосмотра. Техосмотр занял ровно 20 минут и обошелся всего в 120 рублей. Для сравнения, такой же талончик у страховой компании в 10 раз дороже. А вот получение полиса ОСАГО растянулось на 4 часа. Саму страховку оформили быстро, за 15 минут. Я приехала подготовленной, с диагностической картой на руках и заранее заполненным заявлением на заключение договора страхования. Его можно скачать на сайте Российского союза автостраховщиков и заполнить самостоятельно. Остальные 3 с лишним часа ушли на ожидание своей очереди. Однако потраченное время существенно сэкономило деньги. Автогражданка обошлась в 700 рублей. С учетом 8-летнего водительского стажа, без аварийной езды, понижающего коэффициента по прописке и верности своей страховой компании. Заключать договор на дополнительные услуги мне не предлагали. Видимо, компания «Росгосстрах» пересмотрела свою политику после многочисленных жалоб клиентов в прокуратуру и ФАС в прошлом году. Как показывает практика, оформить ОСАГО можно быстро и дорого или медленно, но экономно. В любом случае, прежде чем ехать в страховую, лучше заранее поинтересоваться, какие в целом есть предложения на рынке. Исчерпывающую информацию по этому поводу, как правило, можно найти на тематических форумах и мотоциклистов, и автомобилистов. Над материалом работали Денис Малышев, Ксения Золотарева и Виктор Ярошенко. Горячая новость на радио Ростова. Они добились успеха. Они элита страны.